Ай, Ларин. Я Ларин. Иди нахуй, Ларин, я не долбоёб. Чё я? Ларин долбоёб, а я Ларик, бля. Ебать, так на бику и шоу, блин. Блин, тут муравейник. Да. Я его раздавил. Бідні мурашки. Оце то перелітаю, а це то сюди. Є. А кір'є? Ого! Він даже перелетів. Угу. Короче, я розкліпав цепь, порвав, точнее, вот. Я її тільки що смазав. Діма приїхав, у нас трейлер, покажись. Тут повернусь боком, чуть-чуть роздер. Следующий раз, Діма, приїжджай со шльомом, хорошо? Угу. Хорошо, що нічого не сломав. Тож без шльома, але... Налет... Короче, упав на лицо сюди, вот. Пригнув в бок. Я скажу на пухло. Та не трогай, не розтирай, хай воно щось прийде. Ідеш туди, а бачиш там такі білі штучки. Там пише, катайся, бо вже стурбовий шолом. На руки зільоти вмийся, тільки сильно не дави, хорошо? Акуратно, тут просто від грязі помийся, все. Давай ще. Так, порівно. Я не знаю, як ти впав, бо я не думав, що ти впадеш. Я лиця впав. Нормально, що ти як баба ниєш, Дімон. Все нормально, дивись. Ну, ночка на спої. 8.16. 20.16. Просто за такі, бля, не передавай мені ощущення. Я просто, у мене такі сам було. Я дуже сильно голову... Іди води йому купи з'їсть. Чуєш, хай п'є водичку. А я посижу з ним. А я точно спомню. Спомниш, Дімон. Так, звісно, сотрясіння всіх було. Пройде через часик, тебе попустить, ляж, полежи, отдихни, що тобі привезе братан водички. Може тобі апельсина, хочеш когось? Ілюша, скільки у нас поїзд? 8. 20.16. Купи? Чому вони їхали з Давідом? Купимо апельсина одного. А як я так спав? Ти руль затопив. На низ. Через руль шов? Так, да, через руль. Не помню. Не помниш? Ти таке було? Всіх було. Це сотрясіння. А ну надовго? На час. А. Спомни, що я казав, да? Значить, все хорошо. Отдихай. Отдихай і менше думай. Я типу через руль шов? Так, да, через руль. Понятно. Отдихай і менше думай. Сильно лице здерти? Чуть-чуть. Тут біля лоба. Це чуть-чуть, чувак, ти не бачиш, як роздирали. Добре, що живий, все добре. Домой приїде, як дебіл. Чого як дебіл? Як мужик. На полі бою пострадав. Може просто полежати, ну що? Так, да, дихни, ляж. Поспи, можеш поспати. Тут легше буде. А як я впав? Через руль. А на якому дитину? На цьому. Що таке було? Так, було. Стрясіння всіх було. І надовго воно? На час десь. Ну, буває час 10. А скільки у нас поїзд буде? 8 годин поїзд. Щас... Ти дихни до поїзду там. 6 годин. Та якщо щось тобі погано, то ти мені кажи, хорошо? А вода є? О, ну да, тут ще ти привезет відрух води, на попийцю. Будеш в шлемі кататися в следующий раз, скажи. Ну да. Щоб шлем надівав, понял? Та в нас такого немає. Ну, везде надо шлем. Даже не на трамплінах. Я так впав. Через руль. Пацани, у вас є шлем? Надо шлями кататься, бо буде сотрясіння буде, будете повторять по 5 разів те саме. Я просто тільки в суботу цей
Типа шок, да? Да, ну в тебе сотрясение, ты просто... А надолго? Десь на час. Ого. На час, на півгодинки. В кого як? Буває на пару минут? 48, у нас поїзд. 8, я тобі вже казав пару раз. Пару раз? Да, пару раз, так що дихай, бо ти питаєш на те саме. Лучше не задавай питання, відпочивай. Але воно пройде? Да, от час, в декого за 5 минут, декого за 10, це залежить від того, як ти настроїшся, наскільки швидко собі віддихнеш. А ми питай що-небудь. Як тебе звати? Діма. Ну і все, більш нічого не треба, дихай. Мама, Галя, Андрій, Сарне, 8 часов поїзд. Все, бачиш, заповнив, все, все вернулось, подихай. Все помниш. О, не кружиться. Не кружиться голова вже? Ух, блін. Все, ні, сядь, посади ще, посади, не вставай. Не можу це сядь, посади, чуєш, кажу тобі, не бігай. Так, да, це сотрясіння. На 5 минут, на 10, на 15. На час це, якщо всяких лохов, в тебе на 5-10 минут. Ти ж вспомнив вже, наскільки поїзд, значить, через 5 минут прийде. Тут Сарн приехал, покажи, мусор пособирал на трейлах мусор, несет в пул. Чому ти так робиш? Скажи, у вас в Сарнах чисто, да? Да, щоб не було грязно, а нашому. Правильно. Дуже приятно, коли катаєшся чисто. Чужой мусор пособирал, вот и несет на пул мусор. Только что ездил к Валику, попил у него воды, потому что магазы закрыты. Она лежала у меня в кармане, по дороге я потерял. Но еще выпью, она выживет, не взорвется. Короче, почему я сделал к Валику, слушайте, прикол. Я пришел домой и такой думаю, сейчас нужно доделать жесть, осталось там еще пару титров. Таня сказала, давай скинем через Bluetooth, я никогда им не пользовался, в Instagram к ней на телефон мои фотки, чтобы она к мой Instagram выложила себе фотки. И, в общем, получилось, она запустила этот Bluetooth, и он выскакивает теперь каждый день. И вот только что выскочил, я вместо того, чтобы закрыть, для прикола нажал выключить Bluetooth. И забыл, что у меня мышка и клава подключается через Bluetooth. И я его не могу включить. Я ездил к Валику взять мышку, чтобы включить свою мышку. Представляете, какая комедия. Как я затупил жестко. Взял, отключил Bluetooth свою мышку. Так, берем Валика мышку теперь, смотрите. Так, выключить, не понял. Блин, мышка работает, я зря к Валику ездил. Она после перезагрузки подключилась. Вот это я дебил, я перезагрузил комп. Да ё-моё, зря ездил, опять еду обратно. Вот это я туплю. Монтаж меня делает реально уже. Дуй-ка. Тю-тю-тю, держи мышку. Сейчас прикол тебе расскажу. Але кицейка хорошенька, маленькая. Дай на ней покажу так. Какая малесенькая. Пана, видно. Короче, прикол. Мышка не пригодилась. Я приезжаю домой, а там включена мышка. После перезагрузки включилась, я просто не побачу. На русском поехал взять мышку у тебя. Приехал домой, мышка подключена. По дороге банка выпала твоя из кармана, разбилась. Короче, с напитком. Выезжаю из дома, отвозить тебе мышку обратно. И ливень тупо начинается. Я промокаю, доезжаю до твоего дома за 2 минуты и заканчивается ливень. А я спешил, чтобы не попасть под дождь. А он, его нет просто. За 2 минуты закончился. Нужно было подождать. Ты хочешь попробовать? А бутылку за собой убрать нет? Видите, в форме камуфляжные пошли. У нас, короче, в городе Ровно появилась с недавних пор достопримечательность. Ходят люди в камуфляжной форме. Их поведение крайне неодобрительно. Вот так вот. Как только вижу кого-то в камуфляжной форме, сразу наблюдаю за ними. Потому что вот эти оставили вот там, вот не видно на этой камере бутылку. Жестяную банку поставил просто на парапет, хоть рядом стоит мусорник. Какое быдло. Быдло есть очень много у нас в городе, но именно в камуфляжной форме почему-то все быдло ходят, быдланы. Я начал так говорить, потому что в прошлый раз там вот валялось под елкой 3 человека, один ссал среди белого дня, и они были в камуфляжной форме. И вот постоянно, когда я вижу в камуфляжной форме, кто-то идет, он постоянно пьян, бухой, шатается по сторонам. Где выбрасывает мусор, и вот только что вышли два чувака, я был уверен, что они что-то сделают неприемлемое для общества. Смотрите, баночка покатилась.
Ветром сдуло, упало, покатилось. Баночка начала катиться только что по асфальту, и жидкость начала вытекать, и женщина вот отступилась, подпрыгнула. На эту камеру не видно. Но отступилась, в общем, чтобы ей на ноги не полилось. Вот такое вот. И с чем это связано? Я не знаю, откуда они взялись, и почему они все в камуфляжной форме. Что их объединяет, не могу понять. Настоящая жизнь в Украине выглядит именно вот так. Бабушка роется в мусорнику, вот, покращение и так дальше. Короче, вот еще один птенец на дороге валялся. Не знаю, куда его отправить, потому что... Где твои родители? Где? Мне нужно ехать кататься, а не ухаживать за птенцами всю жизнь. Поэтому я надеюсь, что его не съедят и где-то в траву брошу. Блин, ну там дорога. Почему с гнезда слетел? Расскажи подписчикам, почему ты слетел с гнезда. Что тебе мешало? Чуть машина не переехала. Хорошо, что я остановился. Так бы ты умер. Зачем вылетаешь с гнезда раньше времени? Ладно, кормить я тебя брать домой не буду, потом хоронить. Потому что трудно. У тебя есть шанс выжить, бери его. Хоть ты сам не понимаешь. Пусть родители идут за тобой. Да, да, это случилось. Такой прекрасный день. Я решил не звать катать уже, потому что он говорит постоянно дождь. В этот раз я написал Максу, поехали катать, и он написал, будет дождь. Ну да, и он был, пока я ехал сюда, дождь шел где-то 3 секунды. И если даже будет дождь, такой как был, на 3 секунды, почему не выехать в такой солнечный, сухой, прекрасный дождь? Я считаю, нужно кататься постоянно, зачем сидеть дома и ждать, пока будет дождь. Если ты хочешь кататься, катай. Yeah, boy. Я ничего не знаю. Привет. Як тебе тебе мудрився порвати? Порвало? Що там колян розкажеш, як житуха? Нормально. Після розборок з кейтером. Я бачу відео. Нормально? Так, бах! Да? Не залупи, блядь. Короче, в Жені я шестеранник їм дав. Мені похуй. Чому, Коля? Колян! Давай, Коль. Правильно? Обережно. О, тут не стойте, бо тут прыгай. А хто вже з вас там не їздить? Сану. Да, да. Можна весь фільм запустити. Вам треба вчитися прыгати, бо такі бандити будуть втікати на по трамплінам, і ви не доженете. Так, да, це плюс. Правильно, немає прав. Ідемо сюди назад. Ідемо на базу. Стрельнуть. Стрельнуть, каже. Кого? В землю. Нема кого стріляти. В землю. Не треба без повода Ярик стріляти. Поліція охороняє трейли, бачите? Є! Колян, є! Перший з малышат після Жені. Молодець. Да блин, моя слюня нахуй сюда в рот. Я. У нас было условие. Я проеду все трамплины, долечу. Женя первый долетит, Колян вот этот, Ярик вот этот. И уже я выполнил свои условия. Женя пока что нет. Ярик тоже уже третий раз прыгает. Колян второй, кто выполнил, он долетел. И остался Женя, последний вот этот трамплин. Да не, нема скорости, Жень, все. Давай, давай, давай. Ох. Вот для чего я построил трейлы. Смотрите, как дети по 10 лет вкатывают лучше мужиков. Ай, давай, Колян. Ай. Давай. Еее, Колян, братан. Коля молодец. Ты Ларик, сука, заебал. Чешется голова? Да. Почему чешется голова? Объясни подписчикам. Я ебу.
Ну почему? Ты дал шлем Ларику, да? Да. Ларину. А Вика пав, сука, в устье. Сука, живот, блядь. И чешется голова теперь, да? Да. Писю, ёбаный. Не матюкайся. И что ты делать будешь теперь? Не знаю, треть голову мою. Приезжала полиция, и девочка с полиции мне ручку подарила, патрульная полиция, еще с нами сфоткались. Я им закрутил передний тормоз. И просили научить их прыгать трейлы. Но у меня памяти не было, а сейчас я очистил, будем снимать, да?